Всем привет! Сегодня покажу, как я мою скутер. Сегодня он у меня не особо-то загрязнен. Так слегка пыль, но неделю назад я ездил по грунтовым полевым дорогам. Он был просто вообще весь прям в пылище. Подмыл, нормально все, ездит, ничего не замкнуло. Вот на сиденье, видите, сколько пыли. Спинка вся в пыли. Взял пылесос немецкий, на Озоне покупал. Сейчас я открою деку, там пропылесосю пыль, соберу пылесосом, а потом уже будем мыть вот этой вот аккумуляторной мойкой, которую тоже я брал на Озоне. Видео, по-моему, у меня на канале есть. Да хватит буквально вот две баклажки воды. Кстати, мотор, колесо я тоже мою спокойно, ничего страшного нет. Хоть у меня и ничего, щели не промазаны герметиком, как это рекомендуют делать. Все выдерживает, все отлично. Сейчас можно, будем конечно, пылесосить. Конечно, было тряпкой собрать, но пылесосом лучше. В принципе, можно мыть. Сейчас мы зарядим воду в этот вот аппарат и покажу, как я мою. Готовил губку и вот такая салфетка синтетическая, как ее еще называют, фибра, по-моему, да, которая воду собирает. Вот, и сейчас мы вот этой штукой, аккумуляторной мойкой, пройдем, потрем губкой и соберем влагу уже вот этой салфеткой. Вот так можно помыть мотор-колесо. Вот так можно помыть мойкой вот такой аккумуляторной. Сейчас воду соберем. И можно, в принципе, чуть-чуть подсохнет и можно будет кататься. В коробе вода. Ее можно губкой вот собрать. Ну, остальное можно протирать этой салфеткой микрофиброй. Ну, сейчас этим завершение салфеточкой. Раз. Воду соберем. Ну и посмотрим, что у меня получилось.
попробуем его включить. Посохнет, постоит. Естественно, батарейки я все снял. В общем, вот так можно помыть скутер без всяких последствий. Если вы, конечно, не ездили по грязи и на него не налипло ничего такого вот кусками, то вполне нормально. В принципе, все. Включимся, когда включу скутер его. И теперь он, конечно же, выглядит значительно чище. Пыли нету. Не как новый, но уже вид, конечно, имеет уже другой. Чистенький. Сейчас немного просохнет, поставим батарейку и посмотрим, все ли у него работает. Я думаю, а что ему сделается-то? Я уже не первый раз его мою. Батарейку я установил, подключил под сиденьем. Ну и включаем. Все работает. Аварийка. На приборке все работает. Поворотники работают. Свет. Свет линзы, все горит. Сигнал. Все есть. Ну и посмотрим. А вот габарит горит. Значит, стоп-сигнал работает. Я просто не дотянусь. Так, здесь горит все. Задний тормоз, передний тормоз. Все отлично работает. Можно ездить. Не боится он такой вот воды. Поэтому смело можно мыть. Ничего страшного в этом нет. В принципе, все. Давайте пока. Всем удачи.